благоже... Доброе. Короче, добрая рождественская миниатюра. Поехали. С Рождеством счастливым вас! Кому как? Это же праздник святой, счастливый! Слышь, вот скажи, если мужика, да, с разбега включиться ударить, как думаешь, умереть может? Зависит от телосложения. От возраста. Короче, смотри, большой такой, с пузом, седовласый, с бородой, красный мешок на спине. Как Санта Клаус! Почти. Не знаю, может быть. Хорошо, слушай, а вот если в зверя, да? Дробовиком так, пах! Но через стену. Убить можно? Но если прямо в голову. А что за зверь? Ну, такие на оленей похожи. Тогда да. Офигеть. Офигеть, вот это попадос. Не переживайте, у нас же Рождество. Покупайте, у нас есть машинки, стиральные, грязные, чистые. Все есть, все на любой вкус. Слышь, упакуй мне один гроб. Что? Говорю, гроб деревянный, упакуй. Я понял, это шутка, ведь сегодня Рождество. Слушай меня. Значит, гроб на 1.90 м. Красный, с белыми снежинками. Такой вот, деревянный. Ты убил Дедушку Мороза? Да с чего ты взял? У тебя посох в руке. Колокольчик. Нет, нет, да я не специально. Я не специально, да честно, я не виноват. Я ночью спускаюсь, смотрю, мужик греется. У камина на фотографию смотрит. И что-то там отбирает рукой. А я думаю, извращенец. Так я незаметно подхожу. Хук слева, ногой притязан, на! Он, короче, падает, я ему локтем, на! Короче, он упал, я ему руки проволокой колючей замотал. Думаю, чтоб наверняка. И тут смотрю, коротко по дому бежит. Думаю, 100% цыгане. Я деда дробовик беру. Заряжаю. И пару выстрелов. Ба-ба-ба. Все. Полностью все, стихло. Конец Рождеству! Да нет! Наконец, короче, дед себе руки развязал из проволоки. Оклемался, поднимается и говорит мне, я Санта-Клаус, а я ж по-английски не понимаю. Иисус, понимаешь? И думаю, все, на! Он, короче, оклемался второй раз. Уже по-русски, на чистом заговорил. Говорит, да я Дед Мороз! А это моя коруция и 12 оленей, ты прикинь. А дальше? Да что дальше? Думаю, приду в магазин, бухлана куплю. Одну Финляндию и 12 маленьких фестивалей. Бухать будет. С Рождеством! С Рождеством! Все. А Рождеством. Стойте. А гроб? Гроб зачем? Жена говорит, чтоб я ей подарок приготовил. Я так подумал и думаю, куплю-ка я тёще чехол. С Рождеством!